Сегодня запекаю очень вкусную семгу. Сначала на рыбу масло, соль, черный перец немного втираю. Добавляю размороженные брокколи, свежий помидор и сыр маздам. Он очень вкусно сочетается с семгой. Для заливки смешиваю сметану, сок лимона, немного соли, сушеный базилик и воды немного добавила. Поливаю. Кусочки сливочного масла по вкусу добавляю. И в духовку 180 градусов на 30 минут ставлю запекаться. Все, готово. Это очень вкусно, сочно, приятного аппетита!